С особым размахом День военно-морского флота отпраздновали в Красногвардейском районе. 29 июля жители и гости Санкт-Петербурга отметили праздник в Полюстровском парке, где их ожидала семейная развлекательная программа «Море по колено». Конкретно вот этот вот мастер-класс называется «Мое море». Мы с детками делаем их личное персональное море. Вот, можете посмотреть, как оно выглядит. И населяем его замечательными яркими рыбками. И, конечно же, корабликами, потому что сегодняшний день без кораблей обойтись не может. Неподалеку от палатки, где кипела работа будущих художников, расположилась выставка моделей кораблей от творческого объединения «Судомоделизм» Центра детского творчества «Охта». А компания «Джоки Джоя» неподалеку от Большой Песочницы устроила для малышей небольшой импровизированный парк аттракционов с горкой и домиком. Для Красногвардейского района этот праздник очень важен хотя бы тем, что именно здесь, на берегах Охты, в свое время царем Петром была организована Охтинская верфь, была организована морская школа. Именно здесь начиналось кораблестроение Петербурга. И уже, надо сказать, есть даже легенда, что именно с берегов Охты Петр увидел тот самый Заячий остров и принял решение, что именно там нужно ставить первую крепость, которая явилась началом Санкт-Петербурга. Организаторы надеются, что праздник станет хорошей традицией для всех жителей района. Тем более, что еще до своего рождения Красногвардейский район уже стал родиной первых кораблей будущего Петербургского флота.